Самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии прошло в эти выходные. Свыше 15 тысяч спортсменов и любителей бега приняли участие в Алматы-марафоне, титульным спонсором которого уже 7-й год является компания «Каспий КЗ». Дамир Анитов продолжит тему. Любители бега и приверженцы здорового образа жизни с раннего утра собрались на площади республики. Это уже 12-й по счету марафон, и каждый раз он бьет свои же рекорды по числу участников. В этот раз испытать себя решили 15 тысяч человек. Масштаб мероприятия поражает. Я приехал с Уральска, чтобы поучаствовать в данном забеге, в данном марафоне. Марафон атмосферный, очень большое количество людей, очень радует. Организация вообще на шикарном уровне. Хочу сказать благодарность Каспи за такое масштабное мероприятие. В Уральске у нас плоская трасса, а тут были подъемы, в принципе, к ним вообще не готов. И было сложновато слегка. Проверить свои силы приехали не только жители страны, но и атлеты из зарубежья. На первом марафоне не смог принять участие, так как болел. А с 2013 года систематично каждый год принимаю участие. Готовимся целенаправленно. Как бы не было, далеко мы приезжаем. Некоторые из участников превратили мероприятие в яркий маскарад. Среди бегунов можно было заметить губку Боба, а также всеми любимого супергероя Человека-паука. Дыхание было очень тяжело, особенно в конце, потому что она намочилась и теперь нереально дышать. А первый раз пробежал и почему решил? Потому что до этого все бегаешь, скучно, все не замечают. О, Человек-паук! На протяжении всего пути бегунов подбадривали чирлидеры и волонтеры. А на финишной прямой второе дыхание открывалось под крики армии болельщиков. Настроение отличное. Я очень рада за наш город, что у нас самый масштабный праздник Средней Азии. Это соревнование среди спортсменов и не только. То есть есть возможность участвовать у всех. Я вдохновилась и в следующий год буду готовиться тоже участвовать. Но я болельщик сейчас. Организация отличная. Хотелось бы отметить Каспий и тех людей, которые волонтеров. В завершение мероприятия победители разных дистанций получили медали, денежное вознаграждение от титульного спонсора Каспий КЗ, а также приятные подарки от других спонсоров. Дамир Анитов, Ринат Абулхаиров, Информбюро.